там. Это не важно. Ведь судить вас буду я. Степан ТВ представляет. Винченцо. Консильери мафии. В Корее? Вертолет на подмогу, всем приготовиться. Да. Но зачем они пролетели в Корею, если здесь ничего нет? Моя цель — уничтожить это здание. В Италии только мафия занимается такими вещами. Забудь, что ты адвокат, и начни действовать. Они все из корейской мафии и картели. Дядя, не забудьте нам немного карманных денег оставить. Дерьмо, ваша Корея! Мой клиент хочет снести это здание и построить новое. Всем арендаторам будет предоставлено новое место. Однако я никогда не доверял таким, как вы. Адвокатская контора «Солома». Он выглядит жестоким и подозрительным. Я не буду вас обслуживать. Чего уставился? Итальянская ассоциация адвокатов прислала это. Он и правда адвокат. Может, вас интересует что-то другое? Точно, я прав. Опыт подсказывает мне, что есть другая причина. И что же это может быть? Этого я не знаю, но она явно весомее, чем стоимость этого здания. Мы Вавилон Констракшн. Вы меня шантажируете? Будь мы в Италии, тебя бы уже закопали, как навоз на виноградной плантации. Не советую мне больше угрожать. Это будет мой первый совет и последний. Теперь это собственность Вавилон Констракшн. Какие еще игры вы задумали? Дайте мне все, что есть на Вавилон Констракшн. Нужно решиться на смелый шаг, чтобы выяснить правду. Будете разыгрывать шоу до самого конца? Чем занимаетесь? Это настоящие мешки с отбросами. Наркотики? Крупный картель? Американскую драму снимаете? Что за придурки? Ненавижу тянуть резину. Нужно побыстрее совсем покончить. Приступим. Кому есть дело до закона? Снесем это здание в мгновение ока, а виноват будет твой отец. Неуловимый лоббист манипулирует скандальным судебным процессом. Они не бизнесмены, а чудовища. Если продолжу бороться, однажды выиграю. Адвокат Хон, вам никогда не победить этих монстров. Госпожа, госпожа, госпожа! Сегодня в 11 вечера. Эй, где адвокат Хон Чайон? Нужно срочно всех эвакуировать. Мы должны остановить это любой ценой. Почему вы такой безрассудный? Если собираются перейти нам дорогу, то лучше где-нибудь подальше. Давайте обойдемся без жертв. Зло. Я надеюсь, что появится настоящий монстр и уничтожит всех плохих парней. Должна быть наказана злом. Премьера 20 февраля. Приступим. Я еще даже не начинал. Безжалостный, сильный, смелый. Отлично подойдет Хон Чайон. То, что вы там задумали, давайте сделаем это вместе. Не хочу, чтобы она оказалась в могиле. Я искренне волнуюсь за вас, госпожа. Продумаем все с самого начала. Я никогда не прощаю такое дерьмо. Винченцо, скоро на Step One TV.